Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем, наконец-то мы добрались до Макса Коржа. Ну, в свете того, что последнее время мы такие послушные и слушаем целый альбом Оксимирона, Маркула, то теперь дело дошло до Макса Коржа. Будем слушать, ну, надеюсь я, что мы его послушаем до конца, потому что в последнее время, как-то мне кажется, Макс Корж немножко потяжелел, ну, хотя вот этот «Афган» мне его понравился. Вот, поэтому, ну, давайте послушаем, а дальше уже решим, дослушаем мы весь альбом или нет. По просьбе трудящихся. Макс Корж «Снадобье». Первый трек из альбома. О, так прекрасен мир, разливает красками. Жизнь дается нам на то, чтобы узнать о максимум. Каждый человек не в срок, хочет счастья как итог. А чего же на полпути я видел горы брошенных снов? Эй! Альбом «Психи попадают в топ» 2021 год. Ты готов провязать со мною в плавание? Забираем на борт только то, что нам важное. Рано понял я, пусть стоит на волне лишь тот, кто, несмотря на всех, делает особый сорт. Ключи метро, бедняк пальцо. Я влетаю как шторм, поливаю грозой. Груди прибой, файтусы с тобой. Принимай, они дают отбор. Включи метро, без особых понтов. Все, что нужно мне, сто. Видит на нем мой кот. Жирный бит и готов. Запускай мотор. Люди давят танцпол. Люди давят танцпол. Хочу, летаю, хочу, плаваю. Жизнь свою в руках держу, в колени не падаю. Там, откуда мы с тобой, у нас было шансов ноль. Но от этого еще интереснее этот бой. А что нет? Рано идти домой. Рано идти домой. Рано идти домой. Рано идти домой. Друзья мои, вот я тут читала некоторые комментарии, да, и, в общем-то, кто-то там написал, что такая Макс Корж – это уличная улица. Ну, возможно, так, но знаете, чем, допустим, мне Макс Корж заходит? Вот у него есть, вот он как-то может
точно определять вот какие-то основные смысловые... Вот смысл жизни у него очень точно в большинстве своем его произведений имеется. Вот он правильно ставит фразы, он правильно говорит и раскрывает тему. Там не обязательно там всего трека, но у него всегда есть какая-то смысловая нагрузка, ну, которая, по крайней мере, созвучна со мной. Может быть, она вас не трогает, но вот не знаю, может, я тоже в прошлой жизни была уличным героем. Максом Коржом. Нет, я, может, каким-нибудь уличным этим самым был. Ходила, бродила по улицам и... Ты выросла в 90-е. И ну, чего? И ты хочешь сказать, что это ностальгия по 90-м? Ну, не, ну, в 90-е тоже было как бы что-то дворовая романтика. Ну, вообще, женщинам свойственно, вообще романтика. Тем более дворовая? Больших дорог. Романтика больших дорог. Ладно. Да, ну, и еще что мне тут опять понравилось у Макса Коржа. Вот он может вот этот вот рост, вот он такую какую-то мощь начинает так себе, а потом такой рост как вдарил, и как все пошло, и как все понравилось. Давайте следующий трек послушаем. Так, друзья мои, итак, второй трек Макса Коржа «Сожжены». Продюсер что-то прод... Баджио. Чуточка. «Сожжены». Короче, «Сожжены», правда? Ну вообще, вот что это? Короли бензоколонки? Манит романтика шальных дорог. О, точно, только я про это сказала. Про шальные дороги, Максим. Представляешь? Но они после нас все сожжены, сожжены. Мы зарежены, режены. Просто сожжены, сожжены. Друзья мои, не стал дослушать. Я, в общем, короче, если сравнивать два трека, то первый, он такой, как... ну, вообще мне понравился. Второй вообще нет. Ну, я не могу сказать, что мне прям первый вот супер-пупер, но там вот имелся определенный смысл, и мне нравилась подача. А здесь я вообще не поняла, про что, кого он тут хочет сжечь, и что, что он имел в виду. Вот, и, шашлычок. И как-то это все не зашло. Ну, бывает. Мы продолжаем слушать треки Макса Коржа, но в следующий раз. Всем пока!